Hi guys, welcome to my channel Vasi in the Hay. My name is Sergey. This is my channel. I'll tell you a little bit for the viewers who are just come to our channel. The story is very complicated and unusual. The fact is that two brothers were left with their parents. They're living in very difficult conditions. Their story touched me personally. And when we came to them, I saw that they live very poorly. And today's will be a positive video with positive emotions. And it's a really kind story. I like this story, you know about it. We have prepared the gift that they dreamed of. And now together with you guys, we will give this gift for these guys. But we will not just give this gift. We will prank them a little bit. Guys, before you watch this video, please subscribe to our channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life. And of course, if you like what we do, you can support our channel. All information about it you can find in description. You can support us on the Patreon, you can support us on the crypto. This is the biggest help from you guys. Так, по-моему, вот здесь он живет, этот человек. Вот там подъезд. Так и мы тут живем. Точно? Да. Он говорит, так и мы здесь живем. Спасибо. Дай бог вам здоровья. Слушайте, это просто вот слова удивительные и в точку. Друзья, в общем, приехали в магазин. Сейчас будем выбирать газовую плиту, да, для того, чтобы ребята могли готовить, когда им уже подключат газ. И купим котел, для того, чтобы они могли мыться, естественно. Пойдем. Котел какой-нибудь. Баксеты, 4 эти. Нужно фонтан. Да. Ну все, давайте тогда вот этот возьмем. Так, думаю, нормально будет. 54 штуки. Так, сейчас подгоним к складу и заберем то, что купили. Еще нам останется купить плиту. Ребята, я его не заклеивал. Наверное, будет сразу вешать. Не, ну, а у вас есть скотч? Здесь духовка, да? Да. Газовая духовка. Все газ. Друзья, то, что я видел у них дома, это, конечно, жесть. Наконец-то у них теперь будет духовка, будет котел, подведут газ, и жизнь уже станет намного легче. Тем более, вы видели этих ребят, они хорошие, добрые ребята, не пьют, не курят, головы светлые, мысли светлые. Я думаю, жизнь у них потом наладится. Я думаю, должно. Все вместилось. Как будто японцы как раз и проектировали эту машину для того, чтобы туда впихнуть один котел и газовую плиту. Ну что, друзья, отправляемся к ребятам. Ехать до их деревни долго. Мы еще сейчас заскочим, перекусим на дорожку. Просто хочу сказать, что вот все это возможно благодаря вашей поддержке, благодаря вашей помощи. Так что спасибо вам большое, друзья, что помогаете нашему каналу. Подъехали к дому, немножечко разыграем по-хорошему, ребят. В общем, сейчас сами все увидите. Привет! Слушайте, привет. Ну мне старший нужен. Тут еще в поселке есть человек, ему нужно помочь. Ты... Это какой, скажи мне? А? Ты покрепче? Угу. Да? Сможешь помочь? Прям быстренько сейчас заедем. 5 минут, окей? Все, а сейчас мы приедем. Привет, привет. Ладно, все. С пельменями разберись, Тимур, там они сейчас. Сейчас мы подождем. Как дела-то? Да, нормально. Нормально? Потихоньку. Мы к вам сейчас заскочили, нужно доснять кое-что. Сейчас. Какие дела сегодня делал? Нет. А?
Так, по-моему, вот здесь он живет, этот человек. В этом подъезде. Так и мы тут живем. Точно? Да. Серьезно? Да. Тогда к вам несем. Пойдем. Сейчас все поймет. Он говорит, так и мы здесь живем. Это вам подарочек от нас. Ух ты. Здесь все. Здесь все, что нужно. Ой, Сережечка, как вы все операции маленькие. Дай бог вам здоровья. Ладно. Всем вашим близким. Ну, ребята в таком положении. У вас тоже заслуга такая большая. Вы сколько сделали для ребят, как мама, можно сказать. Подарочек-то небольшой от нас. Спасибо. Не за что. Ты знаешь, что здесь догадываешься? Котел. И что еще? Да, котел и плита. Да. Спасибо. Не за что, не за что. Так, ну смотри, это слишком тяжелое. Мы постараемся с братом его сейчас вытащить с твоим. Но вот котел, наверное, вместе потащим. Ну давай попробуем вытащить. Ладно? Ну котел, он не очень тяжелый. Ну, я бы так не сказал. Нормально? Да. Ну, вдвоем легко с тобой затащим. Вот так. Вот здесь вот. Аккуратно, порог. Теперь... Я думаю, пока лучше здесь. Давай здесь. Давай так перевернем. Ага. Вот так. Все. Угу. Ну, тяжелый, вдвоем надо. Отходи, Тимур, отходи. Не торопись. Ступеньки. Их видишь. Спасибо огромное. Да не за что, не за что, еще раз. Не за что. Расскажи о своем старшем брате. Расскажешь, да? Ну, такой бывает. Упрямый. Упрямый? Да. Но он хороший. Угу. А еще какие качества характера? Ну, он как-то пытался нашу квартиру как-то исправить что-то. Он сам ремонт пытался сделать у нас в комнате. Обои клеил раньше. У нас обои желтые были. Угу. Ну, еще сейчас. Он там в комнате маленькой. Угу. Это обои такие с буковками. Их уже сняли. Он художественная натура еще. Художественная? Да. А он стихи умеет писать. Да. Тебе нравятся его стихи? Да. А о чем он пишет в основном? Ну, он на любви пишет, не о зеленой. Но эта тема востребована всегда. Угу. Потому что на любви держится все. Ты так считаешь? А так все считают. Разумные люди. Согласен. Разумные люди. Те, которые еще не утратили рассудок. Да. А которые утратили, как думаешь? Они думают только о самообогащении и о том, как только наживиться. Но сейчас многие... Слушайте, это просто вот слова удивительные и в точку. Как думаешь, что в жизни самое главное у человека? Это семья, любовь и уважение. Чтобы человек стал личностью настоящей. Чтобы не ничтожеством каким-то стал. Чтобы он смог доказать, что он сильный человек. А кому доказать? Самому себе, во-первых. Правильно. А потом другим. Но лучше всего другим сначала это доказать. А потом самому себе. А для чего другим доказывать? Чтобы они не угнетали. Не гнобили. Угу. У тебя такое было? Да. А как ты это прочувствовал? Иногда лезли. Угу. Ну, доставали, да? Да. Но потом, если доказать им, например, найти с ними общий интерес, но с ними не общаться так, угу, прямо на близком уровне, а найти с ними общий интерес, то типа представлять, на одну считать, волну. Да, типа я на одной волне. Угу. Стать такими же, как они? Нет. Ненадолго? Ну, притворяться, как притворяться. Они, но быть самим собой всегда. Угу. Ну, знаешь, я думаю, тебе даже не нужно притворяться. Вот честно, ты очень хороший человек, поверь. И за тобой должны тянуться ребята, другие.
Они скоро это поймут, сейчас еще они не понимают. Им будет очень стыдно за это. Я уверен просто. Им чаще всего это происходит, когда уже поздно бывает. Я тебе скажу, если они хорошие люди, да, то вот то, что они делали в прошлом, вот эти все ошибки их будут грызть. Это будет болеть у них долго, они будут об этом сожалеть. Это у любого человека будет грызть. Не у любого. Есть люди, которые сделают что-то плохое и забывают про это. Их ничего не грызет. Абсолютно. Это, как тебе сказать, есть плохие люди и хорошие. А хороший человек тоже ошибается. Он тоже делает кому-то больно. Но он хороший человек. И он за это потом переживает. Тем самым он исправляется, тем самым он за это расплачивается. Понимаешь? Да. Вот. И если ты чувствуешь, что ты сделал что-то плохое, да, когда-то там, и ты переживаешь за это хорошо. А вот если ты за это не переживаешь, это уже плохо совсем. Вот я к чему. А ребята, которые там как-то издеваются, не обращая на них внимания, они, во-первых, скорее всего, просто не доросли. Не обращать ни на чье мнение, абсолютно, быть собой. Абсолютно, будь собой. Потому что кто-то может просто не дорасти еще до твоего уровня, понимаешь? А ты начинаешь опускаться до его уровня. Не надо тебе это. А кем бы ты хотел стать, когда вот станешь взрослым мужчиной, там, не знаю, кем ты себя видишь в 30 лет? Что должно у тебя быть? 30. У меня должна быть семья, во-первых. Должно быть, вот, чтобы я оставил что-то после себя в этой квартире. Для брата, чтобы брат мной гордился. Чтобы он помнил меня. Когда мы разъедемся, чтобы он обо мне хорошее слово помнил. Вот скажи, в прошлый раз, когда мы с тобой общались, ты говорил, что у тебя мечта это... Плита и котел. Да, и она исполнилась. Да. И вот сейчас теперь будет удобно, я могу кота завести. Кота? А потому что у нас коты вечно, у нас несколько котов было. Они убегали, потому что у нас вечно холодно. И у нас бабушка прогоняла котов. Она не очень. А теперь у тебя есть какая-то цель следующая? О чем бы ты сейчас мечтал? Не думал еще? Вот сейчас у меня самое главное... Учеба закончить хорошо год учебный, первое. Второе, постараться не расстраивать никого из своей семьи. Маленькой в семье. А третье, чтобы все пытались гордиться. Ты слышал, наверное, да, разговор? Конечно, слышал. Он тобой очень гордится. Ну... В этом, наверное, и свой недостаток есть. Это, наверное, понимаете, он, когда у меня был переходный период, вот эти вот 14 лет несчастные, когда бардак в голове, ему было только 7, он все воспринимал, он смотрел на все вот эти вот мои выходки, закидоны вот эти вот подростковые, максимализм этот юношеский, он впитывал это. Вот это не совсем удачно так вышло, но... Ну, это от тебя не зависит, это абсолютно нормально. Ну да. Но я вот... Мы вдвоем были всегда, никого больше вокруг, только он и я. Он смотрел на меня, даже тогда, когда мне бы этого не хотелось. Ну, он все воспринимал, он все впитывал. Ты пишешь стихи? Ну, как это, наверное, у большинства бывает, когда влюбился по уши. Ну, и... Думаю, смысла нет дальше что-то говорить. Да, понятно. Ну да. Да. Но... Чем больше я писал, тем больше замечал за собой одну деталь, что, ну, мне-то вовсе это чувство и не нужно на самом деле, чтобы написать что-нибудь отвлеченное. Не, ну, когда эмоции накатывают, знаешь, писать, мне кажется, полегче что-то. Я стараюсь от этой темы как-нибудь отойти, иначе получится так, что больше ни о чем я писать бы и не смог. Мне самому перед собой стало бы стыдно. Ну, сейчас у тебя нет, да, отношений? А долго встречались? Не встречались. А, вообще не встречались? Нет. Я сразу со стихов начал. Thank you guys for watching this video. I really think what you will like that, because I like that. I like when my video very kind and very emotional. Thank you guys for watching. Thank you for your support. Please subscribe to my channel. Don't forget this. And subscribe to my Instagram. There's a lot of photo video from my life. Thank you guys. Be safe and see you in the next video. What a weather today.